перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово. Здорово. Только проснулся, блядь. Ну, я вставал утром, ты пьемкой дверь закрывал. Ой, блядь, поэтому, наверное, не выспался. Блядь, вот так каждое утро. Как дела, чуваки? Блядь. Сегодня будет эфир с пьемкой. Будем смотреть всякую хуйню, обсыкать долбоебов, проституток и веселиться над чем-нибудь веселым. Вот. И, блядь. Да будет, будет сегодня стрим. Будет. Блядь, не буду. Лира охуенная. На Кровосток не ходил. Финал завтра выйдет. Шум-диктатор в четверг. Сектор волк и огонь, только сектор дыхалка на первую сторону. Ну, для первого раза хорошо. Чисто сбивки хуёво. Такая хуйня. Говоришь, как Жириновский, спасибо. Антон, завтра ждать пиздатый батл? Да. Да, завтра финал. Ну, по идее, если не проебёмся. Не, я даже не искал. Просто похуй. Когда будет состав All Stars, не знаю. Не думал об этом. Нет, дипмовец через четверг. Будут стримы с чемпионом второго сезона, да. Привет, жизнь, заебись. Надо, блядь, викенд-лигу ебаную, 26 матчей еще играть. Я в ахуе, блядь, пока Владька не вернулся, по-моему, вообще времени не будет. Вот. Так что такая хуйня. Но благо я, блядь, завтра никуда нахуй не иду, и вот он будет там, блядь, батлить, ебать, а я буду фифули хуярить. Вот. Мы вчера смотрели с ПМом диповец. Ну, типа, на видосе ну, в зале прям было вообще равно. Это не, там не в обиду Вове там или кому-то, блядь. Но на видосе, наверное, дип все-таки чуть-чуть посильнее смотрится. Хотя, блядь, наверное, все-таки такая хуйня, которую, ну, либо каждый для себя по-своему оценит. Ну, вот. Но в целом я доволен. Молодцы. Оба сделали очень круто.
Ну, типа, это если вот доебаться. Денир, блядь, заебал ты носки воровать. Здорово. Че, пятый этап? Ну да, я не считаю там эти этапы, блядь. Red Dead Redemption 2, да, я начал играть, блядь, она охуенная. Она очень крутая. Теперь, ну, мне зашло пока вот то, что я... Мне просто, блядь, я играю в нее, типа, фифу, я нихуя не успеваю. Но она пиздатая. Расписание, ну, есть, да, что-то, блядь, просто трою немного. То ли я сделал не хуже, чем Сотрикс? Ну, нет, как бы однозначно. И мы вот смотрели вчера, и у него раунды практически были без проседаний. Прям интересно было слушать, и смешно, и годно, и разборчики. Я вообще думал, что он на мовца хуже подготовится, в том смысле, что, ну, это не самый там для него интересный соперник с точки зрения, типа, что он там, господи, забатывает бы мовца. Так что они оба молодцы. Вот. Я не хочу там завышать ожидания, снижать, мне вообще поебать на ваши ожидания, типа, блядь. Мне Баду понравился, людям в зале понравился, что там дальше, похуй. Вот. Пьем с Гришей об их отношениях. Денира! Дениро, не воруй! Об их отношениях у них спрашивайте. Да, этот рэп йоу батл, блядь, я смотрел трейлер, мы сегодня будем обсуждать с Пьемом в эфире. Типа, проблема ж не в том, что они есть. Вообще поебать. Ну, как бы, хотя все так хуесосили Гуарина, блядь, это просто аналог. Но вот проблема не в том, что они есть, типа, блядь. И даже не в том, что они называют это батл-рэпом, хотя это полная залупа. Они типа говорят, что мы рофлим, да, типа. Проблема в том, что они пытаются навязать точку зрения, что так надо. Ну, типа, вот своим пиздюкам своим, там, блядь, скормышам ебучим. Ну, типа, блядь. И это, ну, залупа, блядь. Понимаете, это типа как приходят, не знаю, ну, какие-то популярные чуваки в какую-то движуху, где, ну, как бы, блядь, где все нормально понимают, что к чему. Приходят и просто потому, что у них там миллионы подписчиков, они такие, так, это все до этого было говно, вот мы сейчас просто, блядь, будем угорать, вот так надо. И их пиздюки ебаные, типа, будут, блядь, такие, типа, а, нахуй, так правильно, блядь, ну, это залупа. Ну, вот. Так что такая хуйня. Не потому, что они есть, да вообще похуй, что они есть, блядь, они половина там, блядь, нахуй с кремлевскими звездами наебали ходят. Там же не в этом дело, блядь. А именно, ну, в таком позиционировании, что, блядь. Типа. Хотя, блядь, каждый, вот многие, кого я видел на этом видосе, батлили на серьезных щах. Типа, либо они лицемеры и пиздобогу, как говорит Леха Медь, либо это странная хуйня. Вот. Петуш твой пахан, долбоеб. Кому ты пишешь это, блядь? Чушка ебаная. Ой, блядь. Почему Браги не позвонил? Потому что, блядь, не позвонил. Боже, он болеет, блядь. Долбоебина тупая. Привет, девочка, привет. Заебет быстро этот угар. Да, блядь, как сказать... Это как, может, оно быстро и не заебет, это как вот цирк со звездами, танцы со звездами, ну, типа, такая же будет хуедрень, блядь, скорее всего, вот, она не заебет, прям быстро, я думаю, их будут смотреть, ну, вот, просто я же говорю, проблема в том, что они пытаются на своих пиздюков навязать вот эту точку зрения, блядь, да делайте просто, типа, окей, вы угораете, вы об этом говорите, типа, угораете, хуй с ним. Нахуй вы пытаетесь, типа, блядь, сказать на свою большую достаточно аудиторию, что, типа, вот так надо. Ну, блядь, камон, чуваки. Стрим с Маккофе в Сирии. А хуй его знает, он обиделся же, блядь. Если он за шутка не смешная, просто... Когда стрим... стрим сегодня, с ПМом будет стрим. Как ты, диктатор, шум, блядь, ну, на видео он будет пизже. Мне и в зале понравилось, но на видео он будет пизже. Я так думаю. Ну, типа, это, блядь, я же говорю, я просто тебя считаю, это хуёво. Это как если бы я пришел, допустим, вот прикиньте, вот есть видеоблогеры, да, блядь,
Блять, кто такой этот Руслан СМС? Я вообще не ебу, кто это, блять. Мне вообще похуй. Просто прикиньте, я прихожу, допустим, в блогерскую тусовку, а они, допустим, ебут матерей там друг друга все. Ебут друг друга все матерей и считают, что это нормально. Ну, допустим, просто вот, к примеру, блядь. И я такой прихожу и говорю, так, нахуй. Вы до этого все были неправы, блядь. Ну, я такой со своей там аудиторией какой-то там, блядь, отбитой. Говорю, вы все были неправы, за это надо бить по ебалу. И, блядь, и заставляю, там, не знаю, бью по ебалу за это, заставляю других за это бить по ебалу. Вы все были неправы. Они такие, блядь, да мы всегда ебали матерей. Чувак, ты чё вообще пришел и затираешь свою хуйню какую-то, блядь. А я такой, да мне поебать, у меня вон там Бакалеон, блядь, у меня нахуй, хуй знает. Долбоебы со мной тоже популярные тусуют. Мы вот считаем, что надо бить по ебалу и начинаем пропагандировать эту хуйню. Мне наши фанаты такие, да, в видеоблогинге надо бить по ебалу за эту хуйню. Ну, типа, блядь, это шляпа какая-то ебаная, блядь. Кстати, норм разъебали стол, рестор, шмаки говорили что-то насчет этого. Не, я не знаю, типа, блядь, мне кто-то там, блядь, напел, что ли, сектор в черном списке, но я не в курсе, не уверен вообще. Ну вот, так что такая хуйня. Рамирес, Муфасри, Волки сектор. Мне, для меня Волки сектор. А там в душе не ебу, блядь. Так что такая хуйня, пацаны, блядь. Но сектор сам Юлика смотрит. Да нет, вопрос не в том, что, блядь, я тоже могу посмотреть какие-нибудь там «Сердца за любовь» ебучие, блядь, там поугарать. Вопрос же не в том, кто смотрит Юлика или, блядь, что-то еще. Вопрос в том, что они, блядь, потом начинают страдать хуйней. Типа, может, у него есть нормальный развлекательный контент, понимаете, блядь, ну, типа его, блядь, ролики. Вот. Так что такая хуйня. Афиша, блядь, хуй знает, на следующей неделе, наверное, блядь. Наверное, на следующей неделе. Заловулечка, привет. Ой, блядь. Без пемки скучно нахуй. Что сегодня смотреть будем? Ну, вот эти рэп-хуёв, блядь, посмотрим. А дальше не знаю, блядь. А ты не в черном списке, а Балбиск там тоже. Блядь, ну, походу, но я не хожу на версию по другой причине. Типа, я в душе не был, в каком я там списке, блядь. Вот. Ну, я сегодня еще на стриме об этом скажу. Наверняка будут спрашивать. Такая хуйня. Red Dead Redemption, пиздата. Пиздата, блядь. Ну, вот. Я, блядь, типа... Эй, хуй нахуй! Вот. Как охуенно я чихаю, блядь. Я говорю, блядь, сука, я типа в таких играх, блядь, с открытым миром не знаю, как себя лучше вести, как герой или злодей, блядь, меня вот это бесит всегда, блядь. Кстати, Творог не хочет на стрим тебе залететь? Нет, блядь, он как-то даже проебался даже один раз, должен был залететь, но, блядь, не судьба. По каким критериям будем выбирать 8 лучших? По моим, блядь. Каким? Ну, это типа довольно-таки очевидная хуйня. Батл один раз в неделю. Спасибо, буду здоров. Да не звал меня ресторатор судьей. Я не знаю, блядь, нахуй он ссыт в уши кому-то, ну, типа, или это он рофлит, так он не звал меня судьей. Или я не помню, в каком бреду это было, типа, в каком наркотрипе я находился, блядь, что я забыл об этом. Вот. Я не говорю, что я бы согласился, но, блядь, меня никто не звал. Типа, что за хуйня? Почему меня заебывают так, как будто, типа, блядь, меня спрашивают, я говорю, меня не звали, типа, а чё ресторатор пиздел? Блядь, а чё я бы пиздел в таком случае? Чё, вы ебнули, что ли? Бро, как не стесняться и зачитать перед друзьями? Блядь, лучше стесняйся, нахуй. Финал завтра выйдет. Да, устаканилось, всё заебись. Всё заебись. Так что живем. Ой, блядь. Ой. Ты вообще не будешь ходить на версию? Просто последний раз не был. Не, вообще, наверное, не буду. Ну, я не знаю, жизнь как сложится. Сейчас не буду. Вот. Что скажешь по парам для сезона? Я скажу то, что мы сегодня их будем составлять. С Владкой, блядь. Вот. Будем сидеть. Там не будет как бы чего-то такого. Ну, то есть в межсезонье это будет, по сути,
Я дам некоторым шанс, некоторым, типа, повторную, ну, не проверку, в смысле, вот, блядь, ну, типа, как Келпин сделал круто в прошлый раз, надо ему еще дать, типа, момент. Типа, допустим, АО нужно реабилитироваться за полуфинал, ну, и так далее. Вот, как бы, плюс мейн-эвенты будут. Там будут прикольные батлы, но там, не, типа, на это нет ставки, что это, типа, блядь, самый огонь. Самый огонь — это All Stars будет, ну, с точки зрения, вот, блядь, пар, как бы. Вот, такая хуйня. Я только проснулся, блядь. Там будет в межсезонье регбан в перемешку, типа, батл. Вот. Такая хуйня. Никак не отношусь к Руставели, блядь, тут вообще никак. Третий сезон будет, разумеется, блядь. Потому что РБЛ, ну вот, блядь, из-за КПЛ никто, да, не открывает, блядь, столько, сколько РБЛ, либо не, ну, как бы не, у нас чуваки, либо мы открываем кого-то, либо они развиваются у нас круто. Типа, блядь, скажите мне, ну, если на то пошло, да, блядь, вот я просто понимаю правила игры, блядь, не понимаю свой труд. Скажите мне, кого за 2 года открыл Версус, или кто, ну, развился на Версусе за 2 года? Не знаю, типа, блядь, просто это акапельно, я бы приводил другие примеры. Слово СПБ загнулось, блядь, открыв там Сеймура, блядь, не знаю, с Катравайсером от силы. Кто еще? Кто еще, блядь? Нахуй, кто там акапельно? Слово я вообще уже не помню, что делает. Вот, блядь, и типа, как нахуй не делать третий сезон? Кто будет, блядь, каких-то новых ребят, блядь, создавать? Ну, в смысле, открывать, давайте возможность. Ну, Микси Макофи, вот в том-то и дело, блядь, СП, блядь. Ну, вот охуеть, да, состав. Пух не развился, Пух делал, типа, так же нормально, блядь. Он на Москве не хуже делал, блядь, чем на Версусе, камон. Это, типа, очевидно. Рикеф — это второй сезон, я искал с третьего сезона. Парагрин и Бови на версии раскрылись. Ну, с Бови вообще не согласен, типа, очень притянутый за уши персонаж. Ну, Парагрин разве что, блядь, вот. И то, но ну, он, блядь, был сформированным чуваком. То, что он просто там делает чуть попизже батлы, он же там не на голову выше сильно, там бодибеги не устраивает на каждом шагу. Типа, он развился, да, там, блядь. Но это, как бы, как сказать, блядь, хуй знает, заслуга ли Версуса. Вот у меня нет такого, блядь, прямо в башке. Вот. Да, Play and Dead будет на межсезонье, пацаны. Все заебись. Мы решаем просто с парой для него. Вот. Я вроде как придумал. Думаю, что... Ну, там особо нехуй думать было. Думаю, что заебись будет. Нет, Агелла больше не будет, слава богу, на РБЛ. Вот. Дамирон не будет со мной батлить, зачем ему это надо? Не говорю, что мне это прям надо, но ему это, думаю, точно не надо. Да я ебу, о чем было бы в Юз Дудем, хуй знает, чувак. Его бы не было, блядь. Когда выйдет батл Дипа и Мовца? Ну какое это число, считай? 8-е, по-моему, если не ошибаюсь. Ну как бы, блядь, и просто, ну... Я просто понимаю, что мы хуярим, мы работаем, мы делаем дело, блядь. И все, нахуй. И при этом, блядь, я считаю нас самыми пиздатыми. Да, Данилка? Я Данилке купил, пацаны, удава, нахуй. Просто, блядь, нескончаемый, ебать его в рот, удав, блядь. Вы смотрите, блядь, какая огромная хуйня. Данилка играется. Вот. Сотников своего первого батла на РБ начал делать лучше, чем у Скотта КБ или тот же Майнц. Да почти все, блядь. Ну, давайте говорить прямо, у нас почти все стали делать лучше. Либо делают лучше. Очевидно, блядь. Просто я не хочу, типа, блядь, чтобы пацаны в чем-то нуждались. Я для них, типа, буду делать пиздато. Буду стараться, блядь. Вот и все, как бы. Потому что я понимаю, что мы это, блядь, и они, и я, как бы, да, совместно, блядь, мы это выгрызаем, нахуй, это место, блядь, под солнцем, мы делаем действительно пиздато. Но у нас, типа, нет какого-то такого пиара, мы никогда за этим не гнались, там было, типа, как на Рэпьё или на Версусе, блядь, что там Оксимирон нас пиарит, или, блядь, там блогеры пиарят. Нихуя, мы своими силами, блядь, ебашим. Пускай у нас там, блядь, 50-100 тысяч просмотров, там, ебаных этих, блядь, не знаю, 200, там, какие-то батлы.
и так далее, блядь. И типа нас не обсуждают какие-нибудь девочки, блядь, в пабликах, нахуй. Но мы при этом делаем ебаный батл рэп, блядь, и будем его делать. И поебать нам, типа, на всю остальную хуйню, блядь. Просто я, типа, не позволю, блядь, каким-то Васям, блядь, базарить, что, типа, они там хуй знают. Ну, как сказать, что, типа, блядь, да кто такие РБЛ? Да РБЛ, блядь, те, кто, нахуй, делают батл рэп, блядь, чуть ли не единственные в этой стране, блядь. Ёба народ, нахуй. Вот. Такая хуйня. Поэтому, блядь, делаем и будем делать, нахуй. И в рот мы ебали все эти, блядь, хуй знает. Показатели там, блядь, в просмотрах и в прочей хуйне. Заебись, если они будут, не будут. Ну что, блядь, мы все равно делаем то, что мы любим. Это самое главное. Я делаю батл рэп, потому что я его люблю. Вот в чем хуйня, понимаете, блядь. Я не делаю его ради бабок, блядь, не делаю его ради угаров, не делаю его ради, блядь, еще какой-то залупы. Я его делаю, потому что я его люблю, блядь. Вот в чем суть, блядь. Да пусть уебают, ебать, у нас с нами наши пацаны всегда останутся, блядь, я уверен, типа, либо, блядь, как бы вернуться, да, там, блядь, как, типа, Влада. Влад сейчас отбатлит на сезоне, вы что думаете, он, блядь, не вернется на Рэбл, типа, он такой, все, я на версию батлю, да не будет такого. Ну, либо, блядь, иначе я этого человека не знал. Вот. Такая хуйня. Наши пацаны, блядь, они будут, есть у нас ребята, как бы, да, блядь, многие, которые видят, типа, как я стараюсь, и понимают, что им здесь все заебись, это их хоум, блядь, ёпта. Такая хуйня, поэтому, блядь, не парюсь. Да, Сеймур будет батлить на РБЛ. По крайней мере, мы с ним об этом договорились. Вот. Я думаю, что ничего не поменялось. Главное, чтоб не спиздили Овода, блядь. Ну, вот был не так уж и плох на отборах. Понятно, что, типа, как бы подвело его волнение в топ-16, но всякое бывает. Вот. Он не был ужасен, то есть его выступление не было отвратительным. Давайте прямо говорить. Да, меня спаситель кинул в черный список, блядь, я хуй знает, видимо... Трусы поебал, ну, не знаю, оставили психологическую травму у него, блядь. После звонка, когда я мовец сектор ему звонили, он его типа не гнобили, ничего ему не сказали такого, блядь. И он мне добавил в черный список. Ну, блядь, сразу видно хохол, блядь. Костнард, слушайте, я обсуждал с Костнардом, мы ни к чему толком не пришли. Я вот завтра, наверное, буду спрашивать у него об этом. Вот. Типа, мы пришли к тому, что он подумает. Вот. Я не был на четвертом этапе версии, я не в курсе. Будут еще битборс на рыбле. Да, блядь, главное, чтобы это было интересно. Типа, мы делаем, когда вот новый формат какой-то, или, ну, отходим от классического формата, мы же не просто лишь бы сделать. Типа, мы стараемся, чтобы это было интересно. Вот. Будут еще малолетки на батл. Будут, блядь. Реально кинул в часть после стрима. Ну да, блядь, но я же говорю, это... Вот эта клетка, нахуй, она меняет людей, которые там стоят, блядь. Вот спасителя загнали туда, блядь. Надо, блядь, видосы публиковать, нахуй. Сейчас я, блядь, найду видос, где-то Коля мне кидал, как спаситель сидит в клетке, блядь. Вот. Будет ли Пачука еще на РБЛ? Я думаю, да, просто у Пачуки сейчас другие дела по жизни. Я за него искренне счастлив и рад, как бы, блядь. И вся хуйня, ебать. Это единственный, по-моему, чувак с Москвы, с кем я поддерживаю как-то связь. Вот. Такая хуйня. Go versus против РБЛ. Да ты не мне это пиши, блядь. Я не собираюсь клянчить. Это, ну, давайте сделаем кроссовер, блядь. Туда нахуй пиши, блядь. Ну, мы обрисуем потом, как мы видим все. В начале года, пацаны, ну, да, в январе месяце, короче, заведем шарманку, нахуй. Привет, Челяба, привет. Когда уже Сеймура, да скоро. Сектор, я думаю, да, будет на битах, скорее всего, по крайней мере, ему понравилось. Реноме, да хуй знает, я, честно, не в курсе. Ну, работает, живет там. Туда же, куда девались многие батлеры. Драковотает, когда заканчивается. Кроссовер со словом «Б» нет, не хочу сделать. Потому что, блядь,
Во-первых, там один у них организатор, или кто он там, исполняющий обязанности организатора, он какой-то сгорающий чувак, у которого, ну, явно какое-то ко мне очень странные какие-то чувства, блядь. Я просто понимаю, что у него его немного типа кроет. Я не люблю таких вот пиздюков. Ну, вот в плане поведения, в плане взглядов на жизнь. Я не знаю, как с ними строить дела, типа вот с пиздюками какими-то. Вот. И, ну, плюс, блядь, кто там нахуй батлить будет? Серьезно, блядь? Сектор не будет против нас батлить. Парагрин тоже, блядь. Типа Шум тоже. Кто, блядь, там остается? Сотников не будет. И пиздец, какой смысл там красавец. РБЛ за этот год не дал нам сдохнуть от сомнительных багов. РБЛ вас 2 года уже спасает, блядь. Пора уже признать, что, блядь, мы не в роли шлюпки, нахуй, спасательной, а мы корабль, ёпта. Такая хуйня. Смотрите, насчет типа Терепса, вот вопрос, блядь, что я сказал про Поха и Мирона, типа, и не сказал про Терепса, то пора, допустим, Рике дать хоть какой-то отпор. Терепс не батлит и не собирается, насколько я знаю, и он не будет против Рэйбока батлить. Раз. Рикиев, я считаю, что, блядь, что-то может, но мне кажется, что он все-таки свой вот этот прям охуенный скилл проебал. 2. А топор, на мой взгляд, ну, блядь, его батл с Убиваном, это дайвер и вот этот вот весь пиздец, это типа показательная хуйня, он отстал от батл рэпа, 3, у него вообще шансов нет, на мой взгляд, батлю против там сильных батл рэперов. Вот, это моя точка зрения. Да, воскресенье, финал. На треке нет времени, иногда есть желание что-то там высказать, какие-то свои мысли, но просто нет времени. Организатор, ну посмотри на меня, блядь, неужели видно, что это легко? Когда ты один, блядь. Пиздец. 140, не, вот не чекаю, правда. Видел 2 батла, по-моему, что было. Нет, со мной никто не советовался. Ой, его, блядь. На что-то он там, короче, обиделся. Что-то ему не понравилось, что я сказал про мультиварку, блядь. Как бы с катертью дорога. Сейчас читаю эту автобиографию Златана Ибрагимовича. Я Златан, которая... Вот такая хотя... Волки или секта, да, хуй его знает. Пилюли до таблетки. Из-под волки типа это вырезки, блядь. Ой, жестко. Почему Рестор так не хочет кроссовер? Блять, ну я не знаю, типа, причину и истину. Потому что понятно, что мне ее никто озвучивать не будет. Я думаю, что все-таки они не видят выгоды с той точки зрения, что, блядь, мы им там подарим какой-то оверхайп. Видосы эти наберут нормально. Ну, типа, не меньше, чем сейчас набирает вирс. Реклама также в них может продаться, все охуенно. Ну, от логически, да, думаем, блядь. То есть, да, мы им не сможем... Типа, они думают, что они просто будут брать любых чуваков с Рэйбэла, когда захотят, и они у них будут батлить, и нахуй им кроссовер, где они могут обосраться. Типа, у них такие мысли. Это неправильная хуйня. Вот. На то, что ты его прилюдно начал отчитывать. Да что значит прилюдно, блядь? Он батлит нахуй, это проело, блядь. Он батлит с судейством. Это логично, что, блядь, если его судят, да я вообще мог сказать, это выйти и сказать полное говно. Я вообще хуже батла в жизни не видел, блядь, потому что я сужу этот батл. Типа, блядь, ну, ебаный в рот, ну, я не знаю, что, блядь, с этим батл рэпом. Давайте целки еще рвать тут нахуй. Что за пиздец, блядь. Жаба будет на РБ, вообще не знаю, думаю, что да. Red Dead Redemption, охуенно. Назови МС, который ты выставил против бойцов Мирона и Смоки. Бойцов. Против МакКофи и Майлза, блядь? Ну, сложно сказать, конечно, кто осилит. Ну, что, Сектор в 3-м раунде скандировался, 2-й раз не понял. Че, ну, гений качать его. По-моему, так. Сеймур будет на РБЛ, да. Позвал ли ты Династа или Бови на Лигу 1? Нет, не звал. У них сезон еще, когда их звать. Джимми не уебывался. Какой ел? Скриптонита слушал? Ну, слушал там что-то. Типа не скачет прям.
Зависаю, слушаю, сижу. Для All-Stars сколько ивентов будет посвящено? 3. Как думаешь, кто в финал выйдет наверх? Синя за Владьку? Не за Владьку. Пусть ебет там всех. Вот. Я за Владьку. По-моему, Верс не хочет просто обосраться, и БВРБЛ будет мотивация развивать, показать уровень на большую публику. Так у них тоже, блядь, должна быть мотивация писать нормальные текста, блядь, и батлить нормально. Типа нет лучше мотивации, чем сильный соперник, блядь. Если условный там, блядь, Микс, не знаю, МакКофи, блядь, Паум Дропов, кто там, блядь. Они такие стоят и понимают, так нахуй против меня там сильный чувак какой-то, который, блядь, в батл рэпе считается крутым. Я должен не обосраться, я должен написать пиздатый текст, я должен отстоять свое, блядь. Типа, вот так это работает, блядь. Вот и все, нахуй. Огил писал, что за слова про бежурки будет спрашивать тебя, но почему-то еще не спросил. Да, блядь. Да, спрашивалка не выросла, ебаный. За какие, блядь, это слова будет спрашивать? За то, что я считаю, что он обиделся, да мне похую, блядь. Вот, то есть, ну, блядь, нужно понимать один простой момент. Вот чувак ушел, да, блядь, там, на другой проект, блядь, не знаю. Ну пусть идет, мне вообще похуй. Типа, у меня интересуется, блядь, почему он ушел. Я объясняю, как я вижу, блядь. То, что он ушел, мне вообще не колышет, блядь. Ну, он, типа, не имел какого-то там серьезного значения на проекте, блядь. Ну, ушел и ушел, блядь. Если бы, условно, DeepXSense ушел, я бы, наверное, охуел, блядь. А так, блядь, до свидания, как бы, и все, блядь. Батл с шумом на священном деле, кого из Рус рэпа слушаешь, хуй знает. Кто будет на All-Stars, помимо PM, Дипа, Мовца и Керамбы, узнаете. За себя и за Владьку, Антон, ты лучше, спасибо. Не в курсе, что там свой МСК мутит. По-моему, ивент только, по-моему, сезона не было. Хотя я точно не знаю. Афиша All-Stars, когда это следующий год. Да и похуй, деньги есть, просто... Деньги, просмотры есть, и спонсоры, и все. Ну, вот, блядь, в этом и шляпа. Поэтому, блядь, когда ты, типа, поднимаешься, типа, когда ты хаваешь всю эту хуйню изнутри, блядь, ты понимаешь какие-то приоритеты, блядь. Не изнутри, там, типа, ну, с самых низов все, блядь, залупа. Мне кажется, что они боятся прилив хайпа РБ, люди поймут, что Верс хуйня. Может и так, ну, типа, может быть. Но это же все равно позиция трусости, как-то не крути. Вот. Забадлил бы 50 Cent, ты не говорил, как тебе шокот. Я нормально не послушал. Я ничего не думаю по поводу Майка Загубного. Третий раз ты пишешь: Майк, остановись, я ничего не думаю, блядь. Отряд заметил, потерял бы цепь, сказал, нахуй его сосать. Это комментарии читаю. Как тебе новый альбом Минема? Я не слушал. Жаба будет на РБЛ, отвечал. Его значение всякий будет на РБЛ. Не знаю, понятия не имею. Тоха на Мирона повлиял, нужно Санька, не собирайся ни на кого влиять, ни у кого ничего просить, блядь, с кого вообще хуя? Почему я должен, блядь, там, типа, ну, пожалуйста, блядь, давайте повлияем. Да нет, нет, ебаный в рот, как бы все взрослые мужики. Были даже Саня в Казани на All-Stars приед, но, блядь, пропустить All-Stars, я вообще не знаю, кем надо быть, типа, если ты фанат батл рэпа, чтобы пропустить All-Stars. Это типа, прям... Квинтэссенция, блядь. Или как правильно, квинтэссенция, нахуй. На какое время All-Stars придется? Ну, это будет с конца зимы, с февраля, да, где-то, если все по плану пойдет. И где-то до конца весны, вот так, как-то примерно. Они просто не видят большой выгоды, вот все, наверное. Да делай вообще не в выгоде, блядь. Вопрос же не в выгоде. Здесь те же самые ролики, те же самые бабки, те же самые просмотры. Вопрос же не в выгоде, а в крутости, что это надо делать для зрителя, блядь. А что для зрителя? Эмми Офишл заебется спасать Версус 3 года, блядь. Он просто устанет, блядь. Вот, посмотрите, мне пишет какой-то хач. Почему ты двуличный? Батл Волки Сектора просто фейспалм. Ты бы на стриме так хуесосил этот батл, если бы он был на Версусе. Нет, просто ты... У тебя что-то с головой, чувак. Ну, типа, это очевидная хуйня, что проблема в тебе. Кто звал Свергон на площадку? Он сам, блядь, просился, я не звал его. Ну, типа, как относишься к этим ебаным шуточкам? Батон, я это говорил, будут на стриме. Смотреть, по какой системе All-Stars будет работать турниров. 1/4, полуфинал, финал.
Блять, ну выйдет послезавтра финал, и там я прессовал. Посмотрите, блядь. И мы уже будем анонсировать. Так что такая хуя. Блять, Владька только вечером припиздит, пацаны. Мне сейчас грустно. Я понимаю, что надо сейчас выгулять пиздюка. Что-то пожрать, блядь. Ебать, Нурлан, блядь, как этого хача забанить, нахуй? Пошел нахуй отсюда, идиот, блядь, тупорылый. Ой, блядь. Нет, не переживай. Свергун говорил, что хочешь побалить Тикапель, дашь ему шанс. Вот, блядь, я сомневаюсь, типа, вот с этим надо прям очень сильно думать. Red Dead Redemption я уже играю. Пил вчера, да. Я вчера вообще что-то, блядь, то вискарь хуярил, то пиво, блядь, пиздец. Вот. Сотников, конечно, будет батлить. Разумеется. Я думаю, что, блядь, или на межсезонье он залетит все-таки, или... Ну, типа, мы ему будем дальше делать батлы определенно. Вот. Он молодец. Типа... Чего? Посмотрите, у меня Данира лапой говорит, все, пошли. Гулять идем? Ты гулять хочешь пойти? А чего ты башкой крутишь? Сейчас пойдем гулять. Да, сейчас гулять пойдем. Да будет сегодня стрим. Да? Салам. Сотников нормально подготовился. Так в межсезонье в следующем году будет. Оп. Оп, блядь. Денирка. Денирка. Да. Саламуля. Да, блядь, да пора, но должен был гулять. Да? Да. Да, освещение мне тоже на исходниках понравилось. Денирки полтора года. Бигль. Кусался тебя со зла, когда нет. Мне нельзя злиться. Чуваки, я, короче, погнал, блядь. Потому что... Ой, блядь. Сейчас толстячок там пока освободится. Надо будет поехать пожрать где-нибудь с ним, блядь. А он уже скоро освободится. В этом году будет два ивента еще. Ну что, нахуй? Как не будет, блядь, будет? Почему он вообще не лает? Ты его запугал, что ебнуто? Блядь, лает так, что ты охуеешь, блядь. Короче, блядь, погнал я, пацаны. Ой, блядь. Сука, как жалеть, нахуй, вставать, блядь. Сейчас надо просто выгулять мелкого. Типа, вот сейчас 3 часа дня, блядь. Владька сказал, что в 7 освободиться. Вот мне до 7 надо выгулять мелкого, поиграть в фифулю, блядь. И поехать за Владькой где-нибудь покушать, блядь. Данира, не воруй. Данира, сейчас уже идем. Все, давайте, пацаны, на связь, короче, блядь. Ой, блядь, как я не люблю утро, я ебал просто. Это, блядь, хуйня, когда, блядь, спать хочется, нахуй. Ненавижу, блядь, утро.